Ребята, я вам хочу кое-что сказать. Я бот. Ой, не то. Ребят, я вам хочу кое-что сказать. Я прямо сегодня скачаю софт. Присаживайтесь поудобнее. И, пожалуйста, никому не говорите. Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я себе скачаю софт в Play Market. Да-да, вам не послышалось. Но если что, ребята, я скажу так, Zensoft вас не забанит, потому что он максимально законный и все будет в порядке. Но это не точно. Да ладно, шучу, я у разработчиков спрашивал, все нормально. Короче, почины, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и погнали прямо сейчас в Play Market искать всякие там ненужные программки. Ну что же, ребята, я написал и теперь погнали смотреть, что же там и как там. Давайте, давайте, давайте. И вы посмотрите, что у нас на первом месте. Когда я ввожу софт в Steam 2, на первом месте у нас выскакивает приложение Custom AIM. Что же это такое, я расскажу немножко попозже, но я скажу так, вроде бы за это приложение не банят. Ну это не точно, ну вроде бы не банят, мы проверим. Если меня не забанят, значит не банят. Если забанят, то, ну, трындец. 5 minutes later. Ну что же, давайте разбираться, что же это такое и с чем ее едят. Как только вы зайдете в это приложение, вы ничего не видите, ребят, чисто пустота. Но тут есть сверху и слева кнопочка, вы на нее нажимаете, и тут вы можете выбрать ваш прицел. То есть я, например, какой я прицел себе выберу? Ну я хочу вот такой вот прицел. В чем прикол, ребят, этого прицела? А прикол в том, что если вы зайдете в закладочку бомбы и возьмете, например, М40, то у вас этот прицел будет по центру экрана. И давайте-ка мы прямо сейчас это проверим и проверим, на сколько этот софт работает. И, ребята, чтобы понимали, вот этот прицел теперь у меня будет всегда. Он меня просто преследует. Куда я бы ни зашел, в какую кладку не зашел бы, у меня везде есть прицел. Ну, ребят, ну мало ли придется резко стрелять, внезапно, да, хейтеры выскочат. Если серьезно, ребята, то это очень полезная программа, которая вам помогает целиться противников в оружиях, в которых нет прицела. И мы прямо сейчас все это проверим. Так, ну что, выбираем командный бой. И, как говорится, everybody dance now. Леди и джентльмены, король ноузумов тут. Вы посмотрите, ребят, на этот прицел. Ну что, хейтер, а ну сюда, а ну кто ко мне? Опа! Мимо. Ну, ребят, говорится, первый блинком, все нормально. Ну, не повезло, не повезло, сами понимаете, ребята. Ну, киберспорт, он такой. Вначале всегда тяжело, но потом, ребята, деньги, слава, девушки, популярность, это все про меня. Поэтому, пацаны, сейчас мы проверим, насколько же это приложение реально помогает играть и насколько же оно удобно. Так, вот-вот. Блин, ну честно говоря, какой-то себе прицел выбрал очень плохой. Бля, да как эти прифайрах выскакивают? Я вообще не понимаю. Чисто прифайрах, вы посмотрите, что они делают. Отстань! Отстань! Да отстань! Не-не, пацаны, просто нет пробития, нет пробития. Меня прицел какой-то нормальный, потому что я из этого прицела ничего не вижу, честно. Честно говоря, такое ощущение, что у меня Новый год настал. Так, обратно же заходим в это приложение. Так, ребята, я поменял прицел, обратно заходим в это приложение. О, о, вот это другое дело. Ну чё, вы готовы? Сюда побежал, ну-ка. А нет пробития? Оп, нет пробития. А ну-ка. Оп, нет пробития. Да блин, пацаны. Я чё думал, что будет попроще как-то, нет? А ну-ка, он типа стоит. Ну. Да как он не попадает? Так, ребята, я понял, в чем дело. Наверное, в предыдущей игре были одни легенды. Поэтому мы переспускаем командный бой. Будем надеяться, что сейчас нападутся обычные игроки. Карта Сент-Ярдс. И погнали им надирать задницы. Так, ну чё, ребята, я АВМ больше брать не буду. Короче, я скажу так, АВМ это оружка для нобов. Ребят, М110 это мой выбор. Просто посмотрите. Давайте проверим. А ну, да ты шо? Вы посмотрите, другое дело. А ну иди сюда, молодой. Опа, до свидания. Обалдеть, ребят, ну я чисто как будто какой-то софт лётаю, брат. Привет, Андрей. Обалдеть. Я-то думал, это бесполезное приложение, а тут, ребят, оказывается, я нашел применение. То есть, с М110 все, ну, не то, что отлично, все просто замечательно. Просто посмотрите, ребят, как идеально работает. А ну-ка, та-та парень с АВМ. А ну-ка, иди сюда, ты с АВМ. До свидания. Просто посмотрите, ребят, я сейчас буду минус 3 делать. Не-не-не, все. Я забираю свои слова обратно. Это лучшее приложение для игры с 7110. Ой, ребят, просто посмотрите. Давайте ради интереса пробую с дистанции попасть, меня выйдет или нет. Ну, чисто сдалека засели. А, ну, кто на меня? Кто на меня? И чтобы понимали, я еще ни разу не зумился. То есть, по идее, если кто-то за мной наблюдает, они думают, что я чисто киноузумы даю. Ребят, ну, я, конечно, могу... Я могу без этого прицел в киноузумы давать. Но, ну, так же гораздо лучше. Обалдеть, просто обалдеть. Ну, давайте сдалека попробуем. О-о, идеально. Сейчас чисто, ребят, протестируем, как это приложение помогает нам сдалека. Ой, отлично, хедшотик поставил. Не, ребят, ну просто шибумба. 5 с плюсом я ставлю этому приложению. Оно реально очень сильно помогает. Ну, почти всегда оно очень сильно помогает.
Ну а прямо сейчас, ребята, я зашел в закладку, чтобы вы не писали: «Ой, ты только и можешь, команда, бою!» Все, ребят, база раздира, все, ребят, тебе распроздили. И прямо сейчас мы проверим, как же на М40 работает вот этот вот прицел. Мало ли оно поможет, мало ли не поможет, я без понятия. Просто, ребята, идем в сторону мида, и сейчас будем делать хедшоты. Я говорю сразу, ребят, не удивляйтесь. Опа, киберспорт в деле. А ну иди сюда, иди сюда, иди сюда. Видели? Все видели? Все видели? То есть тут где-то типа... Опа, брат, привет. А-а-а, как говорил мой дед, я твой дед. Нормально? Ух ты, блин. Так, ребят, вот... Как? Но первый раунд, ребята, в принципе, приложение реально помогло. Ну что же, давайте проверять дальше. Из нашей команды осталось 3 игрока. Скорее всего, они не выдержали такое напряжение играть с таким киберспортсменом, как Кент ПК. Ну что, ребят, я беру обратно М40 и давайте проверять, насколько же это оружие вместе с этим прицелом будет имбовое или нет. Тем более, ребята, самое главное, можно стрелять прыжки, ну почаные лягушка Кент ПК в деле. Ну что, пацан, готовы хедшот? Опа! Ёханый бабай, попал, попал! Нормально, есть пробитие, есть пробитие. Так. Да блин! В общем, ребята, давайте подведем небольшой вывод. Вывод будет очень небольшой, в прямом смысле этого слова. Говно. Ребят, давайте искать какие-то нормальные приложения, потому что, ребят, ну с таким приложением я киберспортсменом не стану. Опа, Gold for Stand of Two. Вот это то, что мне надо, ребят. Устанавливаем бесплатная голда. Ну кто же не любит голду, как не Кент ПК? Хоть у меня и 200 тысяч голды, ребят, ну это не означает, что я голду не люблю. Потому что, знаете что? А вы не знаете что? Я голду люблю больше всех. Однажды один мудрец спросил у другого мудреца: «В чем смысл жизни, брат?» Другой мудрец ответил первому мудрецу: «Брат, в голде». Ну что же, давайте смотреть, что же это. Как только, ребят, я захожу в это приложение, я сразу вижу 9 миллионов голды, и это меня уже подкупает, ребят, я уже почти поверил. Теперь давайте подумать, как же тут можно получить голду. Опа. Вил. Опа, халявная голда. Вот это то, что я люблю. То есть мы крутим такое колесо удачи, и мы получаем 0 голды. Вот это, ребят, просто скам в 2022 году. Ну ладно, ребят, может, в первый раз так не повезло. Давайте попытка номер 2, и во второй раз мы получаем. Ох, блин, что же мы получаем? Опять 0 голды. Ну а прямо сейчас вопрос к знатокам и кибергениям. А что же нам выпадет в третий раз? Как вы думаете? Давай, 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 давай! Опа, 15 голды! А вот тут-то, ребят, и начинается самое интересное. У меня на счету показывает 15 голды. Но как эту голду вывести, это уже совершенно другой вопрос. Я вообще не понимаю. Я не понимаю, что это? Я зарабатываю какую-то голду. Окей, я зарабатываю голду. Окей, а тут что я получу? Я заработал 23 голды. У меня только один вопрос. А как же мне эту голду получить? Так, ребят, ну вот это уже не смешно. В общем, ребята, я узнал, как получить эту голду. Никак. Ну что же, давайте смотреть дальше, потому что, как мы поняли, что кастомаим, что Gold for Stand of 2, это все, ребята, мягко говоря, обман. Давайте теперь дальше, кейс-симулятор. О, вот это уже интересненько, давайте посмотрим, что же это и как это, и с чем едят, потому что я ни разу в своей жизни не качал кейс-симуляторы, поэтому давайте смотреть. Меня, ребята, очень радует то, что в этом симуляторе сразу написали, мол, вывода с кино в игру Stand of 2 нету, и это всего лишь симулятор. Окей, применяем, пишем сразу не нагибатор. Блин, ребята, это прикольно, реально мне интересно, что это. Меня только смущает только одно. А почему это я бронза один? Я не бронза один, я легенда. Я легенда как Цой, но еще не такой молодой. Вызывайте санитаров. Я уже затарился, и давайте все открывать. Начинаем с Dragon Rise стикер. Ну че, погнали. Надеюсь, мне выпадет какая-то дорогая наклеечка. Блин, даже тут мне рарки выпадают. Ну че это за наказание такое? Даже в симуляторе кейса мне выпадают рарки. Ну просто трындец. Пожалуйста, разработчики, дайте мне хотя бы тут аркану. Или я бот. Или я бот. Так. Я понял, понял. Я понял, но это неправда. Это всего лишь ваше мнение, я не бот. Так, пожалуйста, фойер, стикер пак. Я тебя умоляю, родники, дай мне хотя бы ты легендарку. Да трындец, тут хуже дроп, чем стендофе падает. Да, ребят, вот этот симулятор. Я-то думал, хотя бы в симуляторе мне повезет. Давайте кейсичек, Dragon Rise. Вот я всегда мечтал его открыть. И вдруг, прямо сейчас, мне опять не везет, ну просто трындец. Не, ребят, походу это приложение я тоже буду удалять. Походу это приложение я тоже буду удалять, потому что мне даже тут ни одного эпика не выпало. Мне падают одни рарки. Ребят, вы прикалываетесь, такому киберу, как я, выпадают одни рарки, это вообще не норма. Это не норма. Ну что же, давайте подведем небольшой итог. Итог насколько небольшой? У! Удалить.
А им тренирую реакцию. О, вот это про меня. Чтобы быть про. О, ребят, вот это то, что люблю. Прямо сейчас мы так оттренируем реакцию. Будем целую ночь тренировать. Все, ребят, готовьтесь. Завтра на стриме вы меня не узнаете. Вы все будете писать, что я софт, но нет, ребята. Я всего лишь тренировал мою реакцию. Так, ну что, погнали. А что надо делать? А, надо просто пальцем нажимать и все? И все? И все? А чё? Вот это я так реакцию тренирую? Ну что же, ребята, в принципе, это приложение довольно-таки полезное, но я не могу сказать, что оно на 100% помогает, потому что, ну, а какая связь с стендоффой, то, что я просто пальцем быстро тыкаю? Да, оно развивает реакцию, но оно же развивает быстрые тыки, а не точную стрельбу прямо в голову. Поэтому, ребята, я могу сказать только одно, даже не сказать, а даже показать. Удаляем. Опа, это то, что мы искали. Голда для стандов 2. И притом, ребята, я вижу эти все превьюшки, понимаю, что это приложение делал какой-то лютый школьник. Рейтинг 2 звезды. Это просто трындец, 2 звезды. Ну что же, я надеюсь, вы уже готовы, да? Все готовы стать богатыми после этого видео. Ну что же, проверяем, нажимаем играть. Короче, пацаны, я рассказываю, это приложение сделано для того, чтобы зарабатывать на вас деньги. Поэтому, мужики, удаляем. Сразу удаляем! Я вам скажу только одно. Забыл. Ну ладно, скажу другое. Никогда не играйте софтом, потому что софт это очень-очень плохо. Ну а так, в принципе, ребята, это все. Обязательно прожмите лайк, напишите любой хороший комментарий. И самое главное, пацаны, подпишитесь. Умоляю, подпишитесь, потому что половина смотрит без подписки. И на мой инстаграмчик не забудьте. Все, обнял, приподнял, всем удачи, всем пока.